Вот это вот моя новая покупка. Коробка не пролезает в дверь. Она просто огромная. Ну, собственно говоря, это в том, в чем она приехала. Теперь посмотрим внутренности. Это наши пяльцы. Вот ради чего, собственно говоря, они. Эту машину я и покупала. Пяльцы 200 на 280 в комплекте. Пяльца поменьше, по-моему. Так, вот эти вот 200 на 200. Эти стандартные 140 на 200. Они же есть в предыдущей версии Джаномки. Чехол мягкий. Но, к сожалению, вот такая вот клееночка. Так, тут у нас USB шнур для компьютера. Не знаю, зачем он нужен. Очень классная штука. Это магнитные крепления для пялец. Об этом я слышала, много читала, кто что только не наворачивает, чтобы лучше крепить ткань. Здесь есть в комплекте. Так, в продолжении. Это приставной столик. Вот такой вот огромный просто стол, который очень удобен для больших пялец, когда вы вышиваете. Ткань никуда не смещается. Получается, вся ваша рабочая площадь, она именно на этом столе. Инструкция к эксплуатации. Ну, собственно говоря, инструкция довольно простая. Ничего такого сложного я не увидела. Так, это какой-то каталог с рекламкой. И вот тут вот самое главное. Это наш товарный чек и гарантийная карточка. То есть, в принципе, все нормально. Вот. Плюс есть еще такой краткий справочник. Гарантийная карточка, в случае чего можно обратиться по гарантии. Вот, вот и все.